Международная выставка «Экспо» привлекает иностранных путешественников. В медиа-центре состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие шведский путешественник на верблюде Кристиан Бодегрен и армянский велопутешественник Артур Аганян. Шведский путешественник Кристиан Бодегрен добрался до Астаны на верблюде. Он проехал около 5000 километров по территориям Монголии и Казахстана. Путешественник признался, что самым сложным испытанием оказалась зима, и без помощи местных жителей Кристиан не справился бы. Он заявил, что в Казахстане очень гостеприимные и неравнодушные люди. Мне кажется, что действительно вы можете научиться многому и узнать многое у других людей. И я считаю, что я бы не смог сделать этого, если бы не получил помощь от людей. И я хотел бы сказать, что что я не смог бы сделать это без своего друга из Алматы, Бактриана. И это уже третье по счету путешествие. Кристиан посетил Монголию, добрался до берега Каспийского моря и сейчас находится в Казахстане. Он также заявил, что тема международной выставки «Энергия будущего» очень близка. Во время экспедиции путешественник использовал большие складывающиеся солнечные панели. Я гулял на Экспо, и я хотел бы сказать, что действительно это впечатляюще. Вы сделали очень многого. Это очень интересно для семьи узнать больше о зеленой энергетике, ведь мы недостаточно говорим о нашей окружающей среде и о защите. Сейчас, когда мы знаем о проблемах, которые проходят на нашей планете, мы не можем оправдывать эти действия. Что мы будем говорить нашим будущим поколениям, когда они спросят, почему вы не делали ничего, чтобы решить эти проблемы? Посещение Казахстана во время Экспо – цель не только Кристиана, но и путешественника из Армении Артура Оганесяна. Армянский велопутешественник отметил, что гостеприимство – это главная особенность народа Казахстана, а посещение выставки для него – возможность познакомиться с новой культурой и образом жизни казахстанского народа. Гостеприимность – самое главное отношение, улыбок в человеке, который дает тебе силы и мудрость. Вот почему я говорю, раньше у меня были только флаги те стран, которые я проехал, казахстанский флаг, да, а через улыбку человека, через гостеприимность, это ты начинаешь мудрость собирать. И с этого мудрости я начинал сделать те страны, чем он представляет, да, там религия, столетие, герб и так далее, да, чтобы показывать и другим странам тоже. Недели ранее на Экспо 2017 побывал велосипедист из Грузии Нодар Беридзе, целью которого является посещение порядка 30 стран мира. Международная специализированная выставка в Астане с каждым днем привлекает все больше внимания путешественников из разных государств мира. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.